Привет, друзья! Мы в Екатерининском парке. Вот в Екатерининском пруду увидела двух чаек. Вот они перед вами. Сколько я нахожусь в этом парке, сколько гуляю, увидела их впервые. Сегодня 30 марта. На улице похолодало. Пруд подо льдом. Ну, это видишь? Трава под снегом. Возле лодочной станции воду подогревают, чтобы это место не замерзало и уточки могли плавать. Мало сейчас посетителей, но когда приходят, то стараются, конечно, птиц подкормить. Когда кормите птиц, то нужно держаться от них подальше, потому что возникает опасность заболеть орнитозом. Орнитоз – это острое инфекционное заболевание, общее для человека и птиц. Возбудитель орнитоза широко распространен в природе. Эти патогенные микроорганизмы относятся к роду хламидий. Про страшную болезнь орнитоз – вы можете прочитать в интернете. Не буду отнимать у вас времени. Это острое инфекционное заболевание. Оно проявляется поражением центральной нервной системы и легких, лихорадкой, увеличением размеров печени и селезенки. Вообще страшная болезнь. Орнитозом переболела певица Вика Цыганова, королева шансона, ее так еще называют. У нее даже констатировали клиническую смерть, настолько это серьезно. Муж купил в зоомагазине ей попугая, и она заболела орнитозом. И, слава богу, врачи помогли ей справиться с этой страшной болезнью. Конечно, подкармливать птиц можно и нужно, особенно в холодное время года, но держаться от них все-таки подальше. Часто вижу, как люди кормят птиц из рук, позволяя детям близко подходить и кормить птиц, не понимая, как это опасно. Предупрежден, значит вооружен. Не болейте, и всего вам самого доброго.